Давай научимся мама говорить. Давай. Это твое первое слово. И если ты его скажешь в 4 месяца, это будет большой успех. Хорошо? На ручках мы уже накатались сегодня. Наобнимались сегодня, да? Ага. И теперь мы будем тренироваться слово мама говорить. Ну давай. Мама. Ма-ма. Давай, говори. Ма-ма. Вадик. Слово мама. Ну что, ты будешь говорить? Ау, ау. Давай с этого начнем. Ау. Ау, ау. Давай. Давай, говори. Ау, ау. Говори. Ау, ау. Скажи, я умею агу. Агу умею. А мама, ма. Нравится тебе слово мама, да? Ангелочек. А. Так. Ну, давай еще раз. Ма, ма. Ма, ма. Ау. Агу. Так, крабика уберем твоего, стороночку. Вот сюда положим. Агу. Владик, постараемся сказать слово мама. Ма. Ма. Ну давай, па, па. Па. Па, па. Па. Ава, ава. Давай. Ладно, давай попробуем количество. Агу. Агу, агу. Скажи, что бы ты ни говорил, мне все равно весь. Весело, да? Весело? Агу. Агу, агу. Давай еще раз. Агу, агу. Два раза. Два раза нужно. Повторяй в точности. Так. Ручки. Нельзя. Нельзя. Бяка. Ма. Ма. Мама. Скажи мама. Сынуля, скажи мама. Агу. Скажи, я пока только агу могу. Да? Агу могу?